В общем, сегодня у нас культурный день. Приехали мы в океанариум. Вот с той стороны сели у рынка на автобус 500 какой-то номер. И доехали до остановки Известия. Подниматься по переходу нам подсказали. И идти на ту сторону. Да, кстати, проехали мы от остановки колхозный рынок, центральный колхозный рынок Адлера, мимо ЖД вокзала, примерно сколько от рынка до ЖД вокзала, столько же в эту сторону. Курортный городок, остановка также называется Известия. Как раз вот за этой сине-желтой заправочкой нам идти в ту сторону. Покажу, расскажу как. Забрели мы в курортном городке территорию какой-то санатория или отеля. Пришли мы с той стороны, там посередине поворот, теперь вправо, там океанариум. Ой, это дельфинарий. Океанариум мимо вот этого здания пройти надо. Столовая. Красивое цветное, ой, стеклянное, зеркальное здание. А вон там надпись 100 метров океанариум. Ну и пиво по 50 рублей. Любителям самое то. Империя. И как раз мы вышли на той стороне дороги с автобуса от рынка. Ну там не перейти, там бордюры высокие, бетонные блоки. Пришлось идти по этому, по надземному переходу. Вот по указателю пошли океанариум, прошли мимо бювета, он закрыт. По какой причине работает, не знаю. Вот такие красивые листья. Осень где-то напоминает. Но судя по нашей погоде теперешней и теплоте воды, это разгар лета. В той стороне океанариум. Пока идем, можно пофоткаться. Фотосессии. В костюмах. Вельмож. И карета. Классно. И вон там вдалеке видно значок океанариума. Нептун, центр этот здание корпуса. И вот мы пришли. Вон дошли, сейчас пойду цены в кассу узнаю. Супруга забыла у нас пенсионную. Оба пенсионера. Вот так сходим. Может, смешно покажется. После полтинника идти в океанариум. Ну, извините, до полтинника мы зарабатывали деньги, чтобы, выйдя на пенсию в 50, ездить по курортам. Но зашли, все серьезно, охрана, металлическая рамка, кассы. Да еще раз напомним, пенсионные мы забыли, но тут пенсионерам нам скидок нету. Пойдем за полную стоимость. 1100 за человека. Погнали. Ну такие я в детстве из пластилина лепил. Идем в тропический лес. Камера на автомате, зажимаешь, извиняйте. Ну надпись не кормить. Такие сами могут съесть. Она на сковородку не найдет. Я сковородку больше сделала. Чтобы понимали, какого размера эти рыбы, я поставляю ладошку. Вот красная рыбка с мою ладошку. А так бы вот эту взять да пожарить бы. Класс. Пойдем дальше. Посмотрим. Вот супруга тут нашла каких-то.
Ну, увлекался я разведением рыбок в свое время в детстве. Разводил. О, вот такие были, названия не помню. И вот эти гупешки. Гуппи. Уже сам как гуппи становлюсь, памяти нету. Пока вокруг аквариума плаваю, забываю. Вот такая у нас баранча бегает. В общем, пойдем мы вот по этому жуткому горному перевалу. Пальмы или что это тут? Лианы. Синтетика. Ух ты. Вот меня сюда свило на того. Ух, я все на жареху это наловил. Явно мне такую не купить с моей пенсией. Мы смотрим на них, они смотрят на нас. Кто для кого аттракцион еще? Ну, здесь маленькие гупешки. Здесь тоже порой. Руки в воду не опускать. Ноги, наверное, можно. Я бы наловил их. Преодолеем еще горный перевал один. О, здесь еще интересней. Рыбехи с черепахами. Мини-акулы. О, это более по мне тихие, спокойные черепахи. Друг на друге сидят, спят, загорают. Красота. Эти-то хоть бандой сидят в клетке, а тут одна плавает. Тоскливо ей. Взяли бы вот этих детей. Ее бы или кем пустили, или на суп бы. Суп черепашек пробовал, вкусный. Круто. А ситрис и брюги или как? И как еще, не знаю. Но вот такую сторону я ел. А сетра вроде говорили. Жирные, классные рыбы, вкусные. Жил бы я в Адлере, я бы всех переловил потихоньку бы. Честно говоря. Прям здесь порыбачил бы. Учили же меня проникать. Охраняем объект когда-то давно. Они вообще не едят. Ни кишечков, ничего. Ну, это по времени все равно. Нет, я поеду. Ну, может, порода такая, да, какая-то? Стеклянная. Это стеклянная рыба. Прозрачная, как стекло. Голодный, наверное, вечно. В общем, вот показывают аквариум уже, нашел. Где тут про них, что про них написано. Осетра. Веслонос. С веслом. Что-то не вижу ее веслоноса. Это осетра. Веслоноса нету, да. Одни ситры. Веслоноса, видно, кто-то передо мной поймал. Яков Егоров, не ты ли поймал веслоноса? Вот такого. Стры есть, этого нету.
Павел предупредил. Но тут мы зашли вообще в темноту. Где-то что-то крякает, пищит. То ли динозавр, то ли утки. Стены светящиеся. Ой. Ну их тут несколько. Это одна. Вон там вторая торчит. Может, еще где есть. Ох, русалка плавает. Ее бы я точно половил. Ее один уже половил. Валяется скелетом. Это рыба крылатка. И не такой я умный. Вернее, не такой я умный, я просто на стенде прочитал. Красиво плавает, интересно. О, мы пойдем на русалку, смотри. Они не такие акулы, они не будут.
Никак я чем не может. Вспомнил, как зовут. Маленьких акул зовут катраны. А эта, которая была, не знаю даже. Ну, для людей не безопасно. Вон там явно белая, пластмассовая. Нет, настоящая. Чё ж русалка здесь не плавает? Во какие штуки. Мечехвост у нас написано. Ну, тут интересно, пойдем смотреть кошачью акулу. Ну вот, можно еще один плюсик поставить. Место посещения наших отпусков, наших турпоездок. Адлерский океанариум в курортном городке. Валя, ты в Крыму объездили весь Крым? Ну как-то особо не считал все это. Закончится непонятная ситуация, сразу же рванем. Пешком, но пойдем. В Крым. Да? В Крым пойдем, да, пешком. Пойду. Это тебе надо? В общем, съездили мы в океанариум. В ту сторону, с этого вот места. От памятника товарища Ленина уехали. На автобусе. Меньше чем 100 рублей заплатили. Ну и назад мы приехали. Прям почти от океанариума. За 500 рублей на такси. Яндекс. Набрали там 890 900 тысяч рублей, экономы, еще какие-то там, ну, дорогие. А так тормознули, вернее, тормознулся таксист, остановился за 500 рублей. Нормально. Вот так мы съездили в океанариум. Дешево и сердито. Куда улетают птицы? На юг. Все знают, где падают звезды в море и сразу тают. Где лето так долго длится, как будто вечно, и где облака над морем плывут беспечно. Дождь и холод где-то далеко отсюда. Адлер — это лето, лето — это чудо. Солнце на ладошке, брызги на ресницах. Адлерское лето пусть зимой приснится.